Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Вчера я зашла в Букс, Викси Букс, где на просмотре веб-сайта абсолютно без вложений зарабатываю местную монету, называется Coins. Потом эти монеты конвертируются в рубли или доллары. У меня, как я и обещала в предыдущем видео, набрана минимальная сумма. И хочу проверить на вывод. Это из серии Coins монет. Это вот второй у меня такой вот букс. Ну, в первом буксе я проверяла, платит инстантом. Вот этот я хочу в режиме онлайн поставить на вывод. Нажимаю Виндрав. У меня 130 монеток. Payr Perfect Money. Кошелек я прописала вчера в настройках. Сразу сумма подставилась, как мы видим. Значит, и в рублях. Видите, синенько стоит. Это у меня рубль 30. Значит, 100 коинов в рублях 1 рубль выходит. А в USD, вот здесь на Perfect можно вводить только в USD. 20 центов. Если я поставлю сюда галочку, у меня также, видите, да, сумма 20 центов. Но пусть будут рубли. Бог с ним. Проверить на вывод надо. Нажимаю Винстрав. Все выплачено. Видите, зеленая. Идем на Payr кошелек. Payt. Все готово. Так, давайте пойдем теперь на кошелек. Ну, конечно же, такая сумма мимо почты пройдет. Перезагружаю страничку. Рубль 30 должно прийти. И, пожалуйста, рубль 30. Нажимаю. 18 июня. Перевод выполнен. Рубль 30. Вывод. VixiBooks.com. Все замечательно, платят инстантом. Сейчас запутаюсь в своих вкладках. И, как я и говорила, я купила пакет, потому что бывает, может такое быть, что я могу и забыть просмотреть серфинг. На сегодня у меня уже серфинг просмотрен. И я вот, у меня пакет, один пакет куплен. У меня куплен пакет вот этот вот за 6000. Но это в долларах 1 доллар, в рублях 300 рублей. По-моему, так. Вот. И вот мне капает коины. Вот у меня сейчас 0 стоит. И вот у меня 13 монеток. Я могу их собрать. Вот они мне сюда. Половина сюда идет, половина сюда. Как-то так. Значит, ну и VIF-ADS я на сегодня уже просмотрела. В этом боксе я сегодня уже отстрелялась. Так, вот здесь. О, еще. Не, ну вы посмотрите, вот только-только посмотрела и высыпала опять реклама. Вот. Ну ладно, просмотрим еще. Кому интересно, работаем. Не интересно, проходим мимо. Значит, не работаем. А вот в этом у меня 723 коина. Даже сейчас вот интересно, сколько это будет. 700. Сколько? 23. Это у меня 12 центов выходит. Но я здесь выводить не собираюсь. Я его проверяла. Платит также инстантом. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.